Мы находимся на выставке CPM-2019. Анна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я смотрю на вас такие интересные аксессуары. Спасибо. Очень приятно это слышать. Занимаемся мы не аксессуарами, а женской одеждой, которую создаем с большой любовью в небольших количествах, с уникальной фурнитурой штучной и из качественных итальянских тканей. Расскажите еще что-нибудь про ваше производство. Чем вы уникальны? Мы уникальны тем, что мы не шьем масс-маркет, мы не шьем массовые большие партии и не выбираем дешевые материалы для нашей работы. У нас всегда можно оставаться неповторимой. Вы будете знать, что носите натуральный шелк итальянский, качественный хлопок, удивительные тренчи, в которых пуговицы из натурального рога или ракушки, или даже из элементов натуральной кожи. Обалдеть просто. А кто к вам обращается? Кто ваша целевая аудитория? Ну, в основном это молодые женщины 30 лет, которых уже не надо посвящать в секреты стиля, которые точно знают, что они хотят отличаться от общей массы на улице, выглядеть элегантно, стильно, но чтобы вещи служили годами и очень-очень хорошо вписывались в гардероб, чтобы в нем не было простые вещи, дорогие. Наши вещи, они всегда будут такой яркой, классной, носибельной базой. Спасибо большое. Очень интересно посмотреть на ваши вещи. До встречи и удачи вам!